В Уварово продолжается возрождение традиций дворовых соревнований. 15 июля этого года по инициативе отдела спорта и молодежной политики администрации города в Первом микрорайоне была организована встреча по настольному теннису. А в минувшую пятницу дети участвовали в соревнованиях по мини-футболу. Игра проходила на базе спортивной площадки первого корпуса школы номер 3. Мальчишки, проживающие в близлежащих домах, с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в данном виде спорта. Ведь проведение подобных мероприятий позволяет создать для детей интересный и полезный досуг. И к тому же отвлекает их от улиц, вредных привычек и пустого времяпрепровождения. Мы планируем продолжать такие мероприятия и дальше. В планах у нас третий дом третьего микрорайона. Вот там мы тоже будем организовывать. Там у нас будет и волейбол, и настольный теннис, и шашки, и шахматы. То есть все те дети, которые не сумели или не захотели организовать свой летний отдых где-то в другом месте, они будут стараться задействовать нас в городе. Привлечь большее количество детей к участию в дворовых соревнованиях – это главная задача организаторов состязаний. И в этом им помогают как тренеры спортивных школ, средства массовой информации, так и простые жители. В ходе участия подростков в различных видах спорта среди них удается выделить лучших игроков и по достоинству оценить их успехи. И к тому же все любители дворовых соревнований смогут продолжить заниматься любимым видом спорта и дальше, записавшись в подходящую секцию. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов, «Наш город».